Здравствуйте, уважаемые подписчики NTLBet. Говорим про предстоящий тур чемпионата России. Мне кажется, очень интересные ставки можно поймать на игре Урала и Томи. Итак, что здесь интересного? Я думаю, что в первую очередь ищем ставки с тоталом больше. Почему? Ну, потому что, во-первых, расслабляющий эффект должен на молодую томскую команду оказать тот результат, которого она добилась в матче с Рубином. Там, безусловно, голов в свои ворота Томи не добрала, потому что подавляющее преимущество было у Рубина, но при этом те два удара створ, которые Томи нанесла, они зашли, а у Рубина то огромное количество ударов, которое было нанесено по воротам Томи, ну, просто не зашло. Так бывает. Влетело все у Томи, ничего не влетело, ну как ничего, два гола влетели только у Рубина, хотя могло гораздо больше зайти. Ну и что теперь? Теперь Урал на выезде, и Урал, который набрал очень хорошую атакующую форму, Ильин в потрясающей форме, Манучурян очень неплохо выглядит, и я думаю, что на этом фоне ворота Томи должны взлететь прилично. Ну и также рассчитываем на то, что сама Томи уже показала зубы и теоретически может разжиться голом. И что касается коэффициентов на тотал больше, то здесь очень неплохие варианты, они оцениваются довольно высоко. Ну и посмотрите, тотал больше 3 с расходом дается за очень приличный денег, 2.34. Кто-то может поискать и больше, тотал больше 3.5, но я думаю, что нужно быть осторожными.